Старый опытный кот даже сильно не убегал нашего щенка. Спокойно трусил впереди. Самое главное, чтобы не догнали. Ну и результат превзошел все ожидания. Тоби, ты к коту в гости пошел? Ой, тихо. Вот так вот. Вот так вот кот тебе сказал. Что кот тебе сказал? Все. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.